Здравствуйте, уважаемые друзья, дорогие коллеги. Сегодня мы продолжим наши еженедельные эфиры с представителями отрасли, которые имели смелость выйти в эти непростые военные времена на рынок с предложением своих услуг. И сегодня мы поговорим с Александром Толубко, поговорим о том, с чем сталкивается его сеть салонов, и представляя им союз профессионалов индустрии красоты, с чем сталкивается в наше время, начиная от мотивационных, кадровых вопросов, заканчивая маркетингом и, конечно же, изменением на рынке клиентских услуг. Поговорим о том, какие услуги наиболее актуальны сейчас. Поговорим о том, конечно же, как изменились потребности клиентов, какие услуги наиболее востребованы сейчас. И, конечно же, поговорим о том, насколько непросто в наше время держать в руках предприятие, держать энергетику, поскольку наша сфера – это не секрет для всех. Мы с вами, дорогие мои, что? Торговцы счастьем. Мы даем возможность людям почувствовать, насколько цена жизнь, насколько цена красота, насколько цена уверенность в завтрашнем дне. И мне кажется, что в этом плане мы всячески содействуем, помогаем и, в общем-то, работаем на своем очень непростом бьюти-фронте. Во всяком случае, создаем предпосылки, чтобы люди чувствовали себя уверенней, чтобы люди чувствовали необходимость в себе, чтобы они, в конце концов, были настроены на победу. Сейчас Александра, отвечаю на его запрос в прямом эфире. Искренне надеюсь, что сейчас он к нам уже присоединится. Здравствуйте, Александр. Здравствуйте, Павел. Витаю вас. Я вижу, какое яркое солнце за вами. Вы знаете, как будто в ореоле, как будто в солнечном ореоле позитивной энергии. Уважаемые зрители, уважаемые наши слушатели, я думаю, что Александр не нуждается в представлении, но согласно, как говорится, неписанным правилам, я все равно обязан его представить. Итак, Александр Толубко, президент профессионал Украины в индустрии красоты, властник мережи салонов салонов Кафо. Здравствуйте, под бурные аплодисменты мы встречаем вас. Слышно ли нас, видно ли нас? Поставьте, пожалуйста, плюсики, дорогие мои, если вы хорошо нас видите, если хорошо вы нас слышите. Александр, я даю вам буквально 2 минуты для приветственного слова аудитории. Здравствуйте еще раз, Павел. Мне вас отлично видно и отлично слышно, и очень рад вас видеть. Спасибо за такое прекрасное представление. В свою очередь, хочу сказать, что мне очень приятно, что вы пригласили на эфир. Для тех, кто не знает, горжусь тем, что вы являетесь одним из моих учителей, в том числе в бьюти-индустрии, потому что, когда я, можно сказать, начинал свою карьеру в бьюти-индустрии, я у вас активно учился. Ну и, в принципе, продолжаю это делать и сейчас, вот, потому что считаю вас одним из самых лучших бизнес-тренеров в нашей сфере. И это действительно так, потому что вот даже мои сотрудники, некоторые, вот это абсолютно искренне вам говорю, когда увидели анонс, что у нас будет с вами эфир, говорят: передайте Павлу, что он очень классный тренер. Вот, это теперь аплодисменты для вас. Вот нарвался нежданно, негаданно на комплимент. Спасибо, передавайте им тоже огромные поздравления. У вас действительно одна из самых лучших, самых сильных команд в Украине в сегодняшний момент. У вас большие умнички, у вас командный дух самочечий. Факт. Ну что ж, друзья, тогда переходим, собственно, к нашей сегодняшней теме. Как же вам доводится работать в наше непростое время? Я знаю, что вы открыли свои салоны одним из чуть ли не в начале марта месяца. Не так ли? Как вы к этому пришли? Почему не побоялись? Потому что, ну, подавляющее большинство в начале марта об этом даже не размышляло. Да, мы действительно открылись 13 марта. Это был, если я не ошибаюсь, 18-й день войны. Как к этому пришли? Да,
На самом деле, неделю уже еще до открытия я уже думал о том, что хотелось бы открыться. Ходил и думал. Вот. А мне моя жена, которая сейчас тоже активно очень вовлечена уже в наш бизнес, говорит, ну, на каком-то этапе, говорит, ну, что ж ты думаешь, давай уже что-то делай. Вот это было такое движение, что надо было что-то делать. Вот. Ну, как вы знаете, у нас 3 салона, все они находятся на левом берегу в Дарницком районе. Дарницкому району повезло на тот момент, когда еще мы ожидали самого худшего, да, и готовились к этому. Повезло все-таки больше, потому что он был относительно спокойным. Ну, не считая пару ракет, которые прилетели недалеко от нашего дома в том числе, слава богу, все было более-менее нормально, если сравнивать с тем же правым берегом. Вот, и так как и у всех обычных нормальных людей в это время, крышу просто сносило от всех новостей, где мы сидели все время в телефонах, да, читали новости, ждали чего-то, готовились, не понимали, что происходит, не хотели с этим соглашаться. Состояние было депрессивное, безусловно, как и у всех. Вот. Но вам скажу, что работа просто чудотворным образом помогла выйти с этого состояния, и как только мы начали работать, моральное, психологическое состояние улучшилось, то есть мы столкнулись с тем, что мы приходим на работу и уже к вечеру вспоминаем о том, что мы новости даже не смотрели, вот, потому что были увлечены любимым делом. Как начиналось все изначально? Мы открыли один из наших 3 салонов, один салон, вот, как я уже говорил, да, они находятся все рядом, 1-1.5 километра друг от друга. И довоенное время у нас было 55, даже, может быть, немножко больше сотрудников, которые работали у нас на постоянной основе. Вот. На тот момент у нас вышло на работу 1 мастер маникюра, 2 парикмахера и 1 администратор, и мы с супругой. Вот. Но мы не мастера, как вы знаете. Вот. Это все, кто были на тот момент. Еще было несколько человек, несколько наших сотрудников были в городе, но они находились либо же в других, ну, далеко им было ездить, либо же они еще были там морально не готовы выходить вот с первой недели. То есть нас было совсем мало, вот, но мы вышли. Вот, в то время, когда еще, наверное, ну, в нашем районе еще точно никто не работал. В нашем районе работали только аптеки, и то не все. Магазины продуктовые и заправки. Кстати, заправки, тогда еще бензин был. Работали. Вот. Да, заправки работали, кстати, да. Ну вот, вот так вот мы начинали. И по факту 20%, вот на тот момент, да, это середина марта, ну такая же ситуация была примерно на начало апреля, 20-25 сотрудников, те, которые остались в Киеве, да, со время начала военных действий, и остальные 75 выехали. Половина из них выехала за границу, причем география очень широкая. Я насчитал уже 11 стран, где находятся или находились на тот момент наши мастера, администраторы, сотрудники. И многие выехали на Западную Украину. Вот. Ну, что хочется сказать, вот вдохновила вообще первая клиентка, под которую мы вышли, вот она нам написала в Инстаграм, это тоже было одно из таких движущих факторов, что как бы надо начинать. Она написала, можно ли сделать маникюр-педикюр. Вот, и мы такие, круто, есть запрос. Вот, и мы вышли вот сначала только под нее, мы сделали ей услуги, ну, как обычно, мастер. В это время, вот еще добавлю, я работал таксистом. Таксистом в смысле для своего персонала, потому что многие боялись, даже если они живут рядом, боялись, и, ну, понятно, что боялись, и транспорт не ходил, честно говоря, еще на тот момент. И страшно было. Я говорю, давайте я вас буду возить. Вот у меня был график по утрам, я 2-3 человек забирал, привозил. Вот, и как-то так оно было немножко нормально. Вот. Абсолютно аналогично. Я тоже об этом нигде до сих пор не рассказывал, но поверьте мне, я тоже работал, можно сказать, таксистом в том числе. Развозил сотрудников, да. Да, вот, факт. И это хороший опыт, кстати. Мне очень это понравилось на самом-то деле. Новый опыт. Да, безусловно. К нам вот. Только Ющенко присоединился, сердечки нам ставил. Юрий, здравствуйте, искренне рады вас видеть. Не заметил, но очень приятно. Вот, и вот эта клиентка, она вышла настолько счастливая, настолько у нее была широкая улыбка, она говорит, как же она рада, что вот она попала в любимый салон и получила процедуры. Ей было даже немножко, говорит, как же я теперь выйду на улицу и покажу, что у меня свежий маникюр там соседям.
То есть как бы, в это время, ну, немножко это может быть неуместно, да, то есть она немножко этого стеснялась, но она нас вдохновила, вот. И потом вот все люди, которые приходили вот на начальном этапе, никто из них не хотел говорить про тему войны. Не то, что мы там говорили, давайте не говорить про это, нет. Они приходили и хотели не просто получить процедуры, а хотели окунуться в атмосферу беззаботной, спокойной, довоенной жизни, отдохнуть, в том числе морально. Вот. И вот такая вот с самого первого дня сложилась такая вот хорошая, благоприятная атмосфера, и которая вот до этого времени, ну, продолжается, и это очень классно, потому что нужно сейчас, я считаю, всем, кто может, кто находится в безопасности, в безопасном месте, понятно, что Украина большая, и не везде так, как в Киеве сейчас. Нужно работать, нужно заниматься своим делом, нужно... Этим мы помогаем и себе, и сотрудникам, и клиентам, и своей стране. Поэтому рекомендую всем возвращаться к работе, кто этого еще не начал, не сделал. Как вам удалось поддержать вот высокое психоэмоциональное состояние ваших мастеров? Понимаю, что всем было непросто, абсолютно правы. В первую неделю... Прошедший депресняк, это факт, когда ДРГ, как говорится, вражеские прорвались на Оболонии. Действительно, это было очень непросто. Вот что вы делали? Я не знаю, сладким кормили, просека наливали, я не знаю, какие-нибудь веселящие таблеточки с утра или, наоборот, антидепрессанты предлагали с утра тут же в такси, знаете ли, примем по витаминке. Какие ваши способы, варианты? Я вам скажу, что вот все, что вы перечислили насчет просека и так далее, это было уже после месяца работы. Вначале ничего этого не было. Просто люди, сотрудники, каждый раз, вот сейчас расскажу, сколько уже на данный момент вернулось, да, и вот когда мы вышли первый день на работу, да, второй день, мы услышали вот запах салона, который... Раньше мы не обращали на это внимания, он какой-то особенный, да, как-то вот какая-то косметика пахнет, где-то что-то. Мы попробовали наш кофе, который с кофемашины, да, который мы там 3 недели на тот момент не пили, он нам казался невероятно вкусным. Мы были рады встрече друг с другом и были рады, что возвращаемся к своему делу, что вот никакая другая мотивация не нужна была. Вот это действительно так. И клиенты, которые приходили, то же самое ощущали и старались там не расписываться там на несколько видов услуг за день, а прийти сегодня, прийти завтра, там на разные услуги, чтобы как бы, ну, некуда ходить было. Салоны закрыты, рестораны, все закрыто, ничего. Да? Вот, да? То есть просто вот ощутиться в этой атмосфере. Вот как-то так, то есть даже без просека. Вы на начальных этапах. Кстати, причем я даже расскажу историю, когда к нам, управляемых мною салонов, с утра клиенткой, можно мне, я сколько хотела маникюр, сколько хотела почувствовать запах кофе, Ребята, говорит, можно я потом посижу просто тоже в самой атмосфере, говорит, повтыкаю в мобильный телефон. То бишь люди учились по атмосфере безопасности, по довоенной атмосфере беззаботности, как вы правильно сказали. Да. И это огромный респект. Вы действительно имели такую смелость, и спасибо отдельное вашей супруге, как я говорю, прогресса. Они всячески нас стимулируют. Это факт. Низкий поклон нашим любимым, которые возле нас, вместе с нами, делают нас сильнее. Это факт. Испытываете ли вы потребность в кадрах на сегодня, скажите, пожалуйста? Какие позиции для вас более актуальны? Или можно в соотношении там, из 100% сотрудников, вы сказали, 55 сотрудников сетки, вот сколько из них уже на сегодняшний момент на работу? Да, вот, значит, если мы начинали, нас было 4, ну плюс мы с женой 6, да, совсем небольшой процент, скажем так, то вот на сегодняшний день, а уже мы работаем уже больше, чем 2 месяца, ну, как бы каждую неделю, каждые 2 недели кто-то постепенно, очень постепенно возвращался. И вот каждый раз, когда они возвращаются, просто хочется обнять их, хотя, может, мы там в обычной жизни не обнимаемся, да, вот, потому что искренняя радость, вот, что, ну, возобновляется команда,
возобновляется понемножку нормальная жизнь, и мне очень хотелось всех собрать назад, потому что, ну, вы знаете, наверное, да, у нас, мы гордимся этим, то, что у нас костяк команды, если так можно сказать, основная часть — это сотрудники, которые работают у нас много лет. У нас есть такие, которые работают там с открытия первого салона, это уже 12,5 лет, с открытия второго салона, там 8 лет и так далее. То есть процентов 80 мастеров — это те, которые с нами много лет. Вот. И поэтому, конечно, это уже как большая семья, и очень, мне до сих пор очень хочется всех собрать назад, потому что мы собрали еще не всех. Вот на сегодняшний день к нам вернулось уже где-то 60%. То есть 60%, да, достаточно много вернулось. Притом, ну, мы ожидаем еще возвращения еще там нескольких человек, вот, но все равно останется вот процентов 30, это те, которые кто-то, может быть, там вернется через год или не вернется, а кто-то вернется позже, потому что, ну, еще не готов морально, или там, ну, кто-то далеко уехал, как бы ему теперь, конечно, тяжелее принять решение вернуться назад, даже если здесь стало условно спокойно. Но, как бы, надежда покидает последний, поэтому мы в это верим. Вот, если говорить, кого не хватает, я вам скажу, что не хватает сейчас нам больше всего парикмахеров, потому что наши парикмахеры вернулись не все. И вот, ну, на собеседование приходят немного, приходят. Ну, там как бы кто-то думает, кого-то кто-то нам не подходит и так далее. То есть такой еще идет процесс. Ну, есть, движение есть, но как бы вот потребность в парикмахерах не закрыта. Если говорить про мастеров ногтевой эстетики, например, то вот что я хочу отметить сейчас, вот в военное время, это то, что на рынке труда появились мастера, которые ищут работу. Раньше, ну, по крайней мере, у нас так было, за последний год-полтора нам было очень тяжело найти мастера маникюра. Ну, очень, ну, прям, ну, просто их не было, и все. Вот, сейчас они появились. Они появились, потому что частично это переселенцы. Вот, конкретно мы взяли на работу одного мастера с Херсона, одного мастера с Донецкой области, очень хорошие люди и хорошие мастера. Нам повезло, можно сказать, в этом плане. Ну и понятно, что кто-то на мастера маникюра все-таки быстрее можно обучиться, чем на парикмахера, поэтому кто-то быстренько сейчас старается переквалифицироваться, чтобы найти работу. Ну и кто-то, салоны-то все равно не все открыты еще далеко, даже половина, наверное, не открыта. Кто-то потерял место работы, ищет. Ну вот с парикмахерами такого нету. Куда они подевались? Или они в Европу все уехали? Или я не знаю. Вот. Если говорить там про административный персонал, то я конкретно... Да. Вопрос упал. Какие требования, какой опыт требуется для стилиста? Вот у меня стилист, который нас слушает, сразу пишет в личку. Чего вы хотите от этого стилиста? Ваши требования? Чего мы хотим от стилиста? Значит, мы хотим, знаете, для меня самое главное пообщаться с человеком и увидеть, насколько мы подходим друг к другу, насколько у нас схожие ценности вообще житейские, потому что если хороших, ну, не бывает людей хороших, плохих, если мы имеем схожие ценности, да, и, то есть, подходим друг к другу, да, наша концепция бизнеса, я и этот сотрудник, если мы вот приятны друг другу, скажем так, то уже можно всегда доучить. Конечно, если касаемо парикмахеров, то нам желательно, чтобы это было с опытом работы, ну, хотя бы 3 года. Вот, и чтобы умели у нас все мастера-универсалы, чтобы они умели делать все основные виды услуг, стрижки, укладки, окрашивание, уходовые процедуры и так далее. Но опять же, если чего-то они не умеют, то у нас есть опытные мастера, мастера-чемпионы, вы знаете про нашу концепцию, которые могут с легкостью доучить. Вот, собственно говоря, с мастерами ногтевой эстетики, как я рассказывал, мы так и сделали. Да, мы немножко их повысили квалификацию, и они теперь уже готовы выходить и обслуживать клиентов на должном уровне, как это требует наши правила. Mm-hmm. Ответил на вопрос, да? Я думаю, что да. Ирина, скажите, вопрос у вас тут. Поставьте нам плюсик и в личку напишите, что да. Если вдруг нас слушают парикмахеры, которые ищут работу, вы можете мне тоже в личку написать после эфира, и мы с вами встретимся. Коллеги, как говорится, аккаунт и директ Александра, поэтому вы сразу фото их работ, высылайте,
высылайте свой номер телефона. Александр, вы лично проводите собеседование, я правильно понимаю? Вы знаете, вот сейчас, в военное время, много чего я начал делать лично. Ну, собеседование в том числе. Вот, поэтому да. Угу, чудесно. Друзья мои, у вас великолепная возможность. Это редкий случай, благодаря, как говорится, нет худа без добра, нет лиха без добра, что называется, у вас сейчас перед сети лично позволяет прямую. И, в общем-то, выяснить все вопросы и устроить отличнейшие сети с более 5 лет истории, если сколько лет уже сетки? Сетки. Знаете, сетка, это небольшая сеть, это маленькая сеточка, 3 салона, это ж не 25. Ну, первый салон мы открыли 12,5 лет, вот, а 12,5 лет назад, в 2009 году. Вот, а третий салон, самый новый, открыли 4 года назад. Хорошо, по стилистам мы прошлись. Кто дальше в вашей иерархии потребностей? Да, сейчас, Павел, у меня немножко связь с вами как бы плохая. Я сейчас открою тут дверь, чтобы лучше, наверное, ловил Wi-Fi, потому что вы у меня немножко зависаете. Сейчас попробуем так. Давайте. А ну, повторите еще раз вопрос, пожалуйста. Вроде лучше стало. Листами мы вас услышали, то есть желательно 3 года опыт работы. Ценности превалируют, по сути, это своими над профессиональными навыками. Их можно дошлифовать. Желательно, чтобы это был специалист-универсал, который выполняет все работы, начиная с мужских, женских стрижек, заканчивая окрашивание. Да, все верно. Прямую на директ, и, как говорится, и будет вам часть. С мастерами маникюра, вы говорили, у вас немножечко, как это, лучше обстоят дела. Да, с мастерами маникюра лучше, то есть сейчас такой вот потребности большой нету. Мы нашли себе 3 новых мастера, помимо того, что наши повозвращались, и поэтому как бы, ну, неплохо. Мы, да, вот я вам не рассказал, мы же вначале открыли 1 салон, он работал у нас. Там сначала 3 дня в неделю, потом 4, сначала мы до 4 работали, потом до 5, потом до 6, сейчас мы по факту работаем уже до 8 вечера. Вот, и с этого, ну, с начала мая мы открыли 2-й салон, который вот с этой недели уже вышел на то, чтобы работать тоже каждый день. И строим планы о том, чтобы где-то до середины июня возобновить работу 3-го салона. Вот такие вот планы. Но сейчас вот в основном, конечно, основная работа проходит в 1-м салоне, где у нас объединенная такая команда получилась, да, как вы поняли, мы со всех 3 салонов же изначально всех мастеров, ну не изначально, а до сих пор все мастера, которые были в 3 салонах, сейчас работают в 1-м. Соответственно, клиенты тоже как бы сюда мигрировали, потому что это все рядом. Ну и вот у нас тут очень так плотненько все получается, потому что вы знаете, что у нас не только парикмахеры, мастера ногтевой эстетики, у нас и косметологи, массажисты, да, бровисты, визажисты, мастера по перманенту наращивания ресниц, вроде бы никого не забыл. Вот, ну вот все основные направления, и как бы сейчас вот, ну, в этом салоне вот уже как бы становится тесно. И поэтому мы собираемся, мечтаем возобновить работу, конечно, всех. Это будет непросто, потому что ничего просто не дается. Но на самом деле, чем раньше начать работать, хотя бы по чуть-чуть, хотя бы несколько дней в неделю, тем быстрее можно выйти на какой-то уровень, ну, пределу нет совершенства. Хотел сказать, довоенный уровень, но надо стремиться к большему, поэтому на высокий уровень. Изменилось на время военных условий у вас система мотивации. Пересматривали ли вы ее? Скажите, вот, или она осталась прежняя? В основном все осталось прежним, потому что я же такой, как бы, во многом консерватор. Вот, и только как установил систему работы, когда 1-й салон открывали, я, ну, только немножко шлифую, но не особо-то что-то меняю, потому что если оно уже себя зарекомендовало и хорошо работает, то нет смысла что-то менять, то, что хорошо работает. Но некоторые у нас изменения, да не мотивации, а просто вот пока что в системе работы на это время есть, они были с 1-го дня. И вот я, наверное, расскажу немножко про них. Конечно.
если, например, говорить вот про заработную плату, да, у нас заработная плата всегда выплачивалась два раза в месяц, в середине месяца и в конце. Uh-huh. Вот. Но когда мы открывались, мы не знали, что будет завтра, мы не знали, будет ли у нас возможность работать завтра. И на самом деле не раз было такое, что там у нас на следующий день была запись, а потом вводят комендантский час на весь день, и мы там переносим эти записи. Вот мы работали и работаем сейчас как бы под лозунгом, что стараемся максимально расписывать сегодняшний день. Если клиент сомневается, хочет он прийти сегодня или завтра, мы говорим, что все-таки приходите сегодня. Uh-huh. Вот. И мастерам мы начали выплачивать заработную плату каждый день. Uh-huh. То есть и вот сколько там они заработали, да, столько они получают. То есть, и мне это настолько понравилось, потому что, ну, во-первых, можно финансы как-то лучше контролировать, чем раньше, потому что мы когда столкнулись с тем, что 24 февраля мы не вышли на работу, вот, а были определенные у нас, как потом уже выяснилось, начали сводить финансы там через пару недель, когда отошли от этого шока, вот, были определенные задолженности по зарплате, то есть, ну как, мы же вложили деньги в косметику, как обычно у нас все происходит, да, мы же думали, доработаем до конца месяца, и это, а тут как бы вложили, не доработали, вот, я посчитал, потом вышла достаточно таки приличная сумма, то, чего я должен был еще мастерам как бы за февраль, а я человек такой, что мне вот это ужасно неприятно, быть должным. И благо то, что мы начали работать в марте, и в скором, ну, за счет марта в скором времени смогли погасить абсолютно все долги по зарплате. И хочу отдать должное своим сотрудникам, которым я тогда говорил, давайте там вам какую-то часть, там, может быть, там пока оплачу, а потом какую-то позже. И 4 человека ответило там из 5, что мне сейчас не очень важно, не очень нужно, дайте лучше зарплату тому, кому она сейчас нужнее. Я вообще был в очередной раз приятно удивлен так своим коллективом. Ну, правда, вот не придумываю. Не... Вот такие вот. Вот это ценности, да, то, о чем мы да. с вами говорили, какие нужны mm-hmm. люди в команду. Вот. А теперь зато я понимаю, что если вдруг завтра какой-то форс-мажор, у меня нету долгов. И это вот мне греет душу. Второе такое новое правило, которое было сделано сейчас, и все 12 лет до этого я был категорически против такого, это работа под запись. То есть это когда мастера выходят под клиента, ну, под запись. Да, у нас всегда мастера от звонка до звонка, с 9 до 9, до 9 есть клиенты, нету клиентов, ну, по крайней мере, дежурный мастер всегда должен был быть на смене, в готовности встретить клиентов, которые придут с улицы или позвонят и сразу запишутся. Сейчас мы это отменили, потому что военное время, потому что мы все понимаем. Но я вам скажу, что слава богу, что записи хорошие достаточно, бывают дни, и есть у всех мастеров. Вот. Ну, такой более лайтовый режим. Вот. Это мы только сейчас начали до 8 работать, а то до 6 работали. Я вам скажу, тоже нравилось. Уже привык до 6 поработали, потом уже вечером есть время отдохнуть, расслабиться, вот, а также до 9 обычно. Но это вот такие вот нововведения. На самом деле глобально ничего не поменялось. И система мотивации, там, какая у нас была, она и осталась. То есть у нас мастера в основном все получают процент, но, да не в основном все, все получают процент сейчас уже в это время. Но по мере выполнения определенного плана по каждому направлению, который у нас есть, есть свой план, они могут выйти на плюс 5 бонусов, как мы называем. Вот это вот в марте этого у нас не было, а в апреле это мы уже вернули, потому что вот это вот есть как бы мотивация. Если говорить про финансовую мотивацию. А про нефинансовую мотивацию у нас есть лучшие сотрудники месяца. Мы их вешаем их портреты на доску почета. Это такая нематериальная мотивация. У нас есть лучшие сотрудники года в разных там номинациях. Это у нас когда проходят обычно корпоративы на день рождения КФО 1 декабря. Вот это у нас такая хорошая традиция, мы громко празднуем обычно и хотим, конечно, чтобы это и в будущем было. Вот. И там у нас проходит там по вообще различным номинациям лучшие сотрудники года определяются. Это мотивация, она частично материальная, но, честно говоря, это больше, наверное, она все равно моральная. Вот, нематериальная мотивация. Я сразу тогда позволю себе, там, уважаемые слушатели, задавать вопросы. Или в директ, или тут же в комментах во время прямого эфира. Не стесняйтесь, потому что большинство вопросов, которые поступили почему-то в личку, вопрос прямой. Скажите, сколько стилист-парикмахер получает у вас процентов?
Вы можете деликатно не отвечать, Александр. Не, ну, почему? Тут же такой нормальный вопрос, можно деликатно ответить. У нас все парикмахеры получают процент 35, и вот это бонусы, какие я говорил, да, ну, с возможностью повышения до 40. Но у нас есть три категории мастеров. Мастер, топ-мастер, мастер-эксперт. Вот. Детально не буду сейчас рассказывать, там, что требуется для категории. Если коротко, это опыт, квалификация, профессиональные обучения, профессиональные достижения, и очень много подвязано на чемпионаты. То есть, если топ-мастер, это, как правило, чемпион Украины многократный. Если это мастер-эксперт, это участник или призер, или чемпион чемпионатов Европы и мира. Потому что у нас мастера активно участвуют в конкурсах и национальных, и международных. Но также требуется опыт работы в КАФО, чтобы стать топ-мастером, надо по крайней мере один год отработать, ну это как минимум. Вот. Mm-hmm. Конечно, требуется там и высокий процент загрузки, и выручки, которые приносит мастер, но мы на первый, ну как бы, план, когда мы аргументируем клиентам, почему разная категория мастеров, мы не говорим, что вот он приносит больше выручки, нет. Мы руководствуемся, что это чемпион Украины, это чемпион Европы, это мастер, там, который имеет такие-то достижения. Соответственно, цена у топ-мастера выше на 20%, чем у мастера, цена у мастера-эксперта выше на 15%, чем у топ-мастера. Вот. И это такой себе и мотивация, и карьерный рост в рамках КАФО, при том, что процент сохраняется одинаковый, но разная цена. То есть, чем больше развиваешься, тем можно больше заработать. Все вполне логично. Кажется, достаточно конкретний ответ. Як повернути майстерство і виїхали? Ось таке цікаве від Дар'ї. З 20 в Києві зараз лише двоє. Тобто у Дар'ї, к сожалению, осталось лише двоє 12. Це, звісно, не приємно. Дар'я іскренно чувствую. Як би ви виходили з ситуації, скажіть, Олександр? Знаете, вот у нас еще процентов 40, да, как я сказал, тех, кто не вернулся, и вот с каждым, чем дольше они там остаются, тем их сложнее возвращать, и я борюсь, потому что хорошие мастера очень поуезжали, не вернулись, борюсь просто за их умы, я не знаю, если так сказать, аргументирую, объясняю. Есть разные страхи. Первый страх, это был, ну, когда идут, надвигаются сюда вражеские войска, и неизвестно, что будет дальше. Мы видели, что в других городах, к сожалению, было намного хуже, чем в Киеве, и мы ожидали, ну, готовились, честно говоря, да, к плохим развитием событий. Вот, понятное дело, что многие уехали, потому что просто надо было спасать себя, свои семьи, и это правильное было на тот момент решение. Вот, они уехали, они запомнили то, как было на тот момент. И то, что сейчас стало лучше, они же не видят. Им надо объяснять, им надо рассказывать, им надо аргументировать, и это делать надо не один раз. Вот. Это вот такая вот первая, ну, первая причина, да, почему они там долго остаются. Вторая причина – это что, допустим, они согласны, что сейчас относительно безопасно, но они думают, а что же я приеду, что я буду сейчас зарабатывать, не будет же совсем клиентов. Uh-huh. Вот, и тут понятное дело, что может быть по-разному, да, вот для того, чтобы были клиенты, надо сейчас всем работать, и администраторам, всему административному персоналу, собственникам, мастерам намного больше и намного выходить за рамки своих привычной зоны комфорта и полномочий, обязанностей, которые делали раньше, то есть надо много всего нового и внедрять, и быть максимально клиентоориентированным. Но тут надо объяснять, что вот вернетесь, все будет хорошо, то есть мы как бы объясняем так, что объясняли. Если вы вернетесь в ближайшее время, вот мы сейчас видим по ситуации, у вас будут клиенты, потому что ваши же постоянные клиенты вас спрашивают, они тоже возвращаются. Uh-huh. Если вы вернетесь через месяц, мы не можем ничего гарантировать, потому что мы сами не знаем, что будет через месяц, и дождутся вас ваши клиенты, не дождутся и так далее. Понятное дело, что будет процент, ну, мастеров, которые, допустим, жили тут на арендованной квартире, да, и туда приехали, пока им там оплачивают местная страна там проживания, потом могут также найти работу, хотя там не так просто устроиться на работу, и оплачивают себе жилье и останутся там жить. Но зная по своим сотрудникам, двое вот намереваются пойти таким путем, по крайней мере на год, но ни один из них
не сказал, что ему там нравится и что там лучше, чем дома. Они все очень скучают за домом, за Киевом, за салоном, за родными местами, и этого вот, ну, не отнять. Казалось бы, вот Европа, классно, мы всегда любили в Европу поехать там, попутешествовать. Нет, все скучают за домом, поэтому, чтобы вернуть, надо убеждать, верить в свое дело, ну и надо, чтобы собственник был здесь, потому что если бы мы с женой были не здесь, мы бы не смогли бы возобновить, ну, работу полноценно. Может быть, как-то бы смогли бы, но не полноценно. Вот. А то, что мы были здесь, это еще какой-то знак о том, ну, для того же персонала, да, что мы верим, что все будет хорошо, мы здесь. Вот. И поэтому, как бы... То есть ваша семья была в Киеве и не выезжала? Да, мы были в Киеве, и дети, и родители, и не выезжали. Мы думали, мы сомневались, мы ссорились, вот, но мы не выезжали. Респект и уважение, если честно. Я все-таки своих на Западную Украину честен, да. Мы в какой-то момент не выдержали это напряжение, и я понял, что нам всем будет спокойней. Я вывезу тут, в Западную Украину. Тут нету правильного и неправильного решения. Тут каждый, как бы, любое решение, оно верное для того или иного человека. И еще маленькая ремарка. Я буквально беседовал с подологом, с которая еще в моем клубе работала, сейчас у нее кабинет подологический, она выехала в Германию. И то, как раз ремарка к тому, о чем вы говорили, отмечает, что не путайте иммиграцию с жизнью, повседневностью. Я, говорит, здесь не останусь, ибо здесь такое количество фундаментов и бюджетов. Для того, чтобы здесь официально устроиться на работу, на такое количество бумажек. И для нас это настолько, говорит, непривычно, начиная с бюрократии, заканчивая системой налогообложения, когда буквально в смысле слов, говорит, каждый немец считает своим долгом настучать на тебя в налоговую, если ты не приведи Господь где-нибудь 50 евро возьмешь, что называется, мимо кассы, что это депортация мгновенная. Поэтому, говорит, здесь все абсолютно по-другому. В эмоциональном, в ментальном, в юридическом, в налоговом смысле. В 20 лет, конечно, говорит, можно ехать, бросать корни в чужую страну, ассимилируясь, приспосабливаясь. Мне, говорит, достигший уже определенных высот, она подолог, я как подолога искал, прозванивал родных профессионалов с просьбой, как говорится, подыскать. И в результате вот многие оказались за границей, но так до сих пор там и не работают. А те, кто рискуют, работают подпольно, действительно ставят под сомнение имидж украинцев, что называется. То есть, с моей точки зрения, если вы уже пользовались статусом беженца и получаете помощь, друзья мои, будьте любезны, не предоставляйте незаконных услуг, потому это бросает тень на всю Украину, на всех украинцев. Если вы намерены там оставаться, подавайте вид на жизнь и уже легализуйтесь в полном объеме. Поэтому не нужно играться, знаете. Они в этом плане достаточно строги. Это чревато 48 часов и Auf Wiedersehen. Поэтому будьте бдительны, берегите себя, берегите честь страны. Концов. Извините. Ну, вот совершенно верно. И во многих странах там у них по-разному, но в общем можно сказать, что бумажная вот эта волокита сильная, бюрократия сильная. Ну, понятное дело, что пройдешь через бюрократию, там помучаешься с бумагами, и в итоге они потом будут работать. Ну, у нас нет, все намного проще в этом плане. Вот, с одной стороны, да, безусловно, многие там не работают пока, работать подпольно опасно, как вы сказали. Но есть у меня один пример такой интересный, тоже одна наш мастер. Вот, она во Франции. Там во Франции у нее родственники, поэтому она там относительно комфортно устроилась. Uh-huh. Хороший мастер, призер чемпионата мира, все как я люблю. Вот, давно у нас работает. И боялась, конечно, возвращаться сразу, потому что ситуация в Киеве была уже, мы говорили, какая. Вот, в итоге она там устроилась на работу. Там надо подписывать контракты минимум на 3 месяца. Угу. Там полгода, год, точно не знаю. Ну, то есть устроилась на работу, все как бы легально, нормально. Но, насколько я знаю, очень хочет вернуться. Ей там не очень комфортно, и у нас намного лучше. Это пример человека, который легально устроился,
не имеет проблем там особых с проживанием, насколько я понимаю, все нормально. Она все равно хочет вернуться в Украину. Это то, о чем мы говорили. Сейчас эта война настолько исплотила всех, с одной стороны, и любовь к родине подняла просто до нереального масштаба, что раньше мы мечтали там за границу поехать посмотреть, а сейчас мечтают домой вернуться. Но психологически там каждый, у каждого свой порог, когда он будет готов это сделать. Это правда, это правда. Скажите, вот еще один вопрос к нам упал. Все ли ваши мастера оформлены как копы у вас? Нет, все мастера оформлены как копы. Смотрите, у нас довоенное время были... Процитирую, доставляете ли вы своих мастеров оформляться как фопов? Вот это буквально цитата, которая мне упала в директ. Заставляете ли? Нет, не заставляем, если коротко. Вот в довоенное время у нас было оформлено, ну, наверное, 90% мастеров официально оформлено. Как они были оформлены? Они были оформлены либо же, ну, официально трудоустроены, добрая, наверное, половина, а то и больше. Вот. Кто-то был ФОПом там на первой или на второй группе. Кто-то из них уже был ФОПом, пришел к нам ФОПом. Кто-то так стал. То есть и та система, в принципе, она легальная, учитывая наше действующее законодательство. Да, поэтому так оно было. Но налоги мы платим, что по одному виду оформления, что по другому, мы платим 50/50 сотрудника. То есть даже если человек в штате, то его подоходный 50-50? Да, мы все 50/50. Ну, так у нас всегда было. В горе и в радости. Как говорится, половиним. Як зараз ситуація з постачанням продукції? Наступне питання наша слухачка Альона задає. Чи є ще запаси? З постачанням продукції, відповім також українською мовою. Спочатку, ось перші півтора місяці нашої роботи за воєнний час, ми ж три салони, вони поруч, і ми позвозили усю косметику до одного салону. Фарби там для перукарів. Це нам повезло, безумовно. І отак десь півтора місяці ми протрималися, практично не роблячи ніяких заказів. Зараз, вже у цьому місяці, ми дуже активно робимо усі закази, тому що в нас і другий салон запрацював, а ми так вже багато чого використали за цей час. Тому зараз по всім напрямкам ми робимо закази. Якихось проблем з постачанням вже немає. Можливо, вони були тоді у березні, але ж ми тоді практично не зверталися до постачальників. Зараз немає, і всі основні бренди, на яких ми працюємо, вони поставляють нам продукцію. Хтось новою поштою, якщо там раніше кур'єр приїздив, то зараз новою поштою. Що змінилося, це те, що... якщо раніше там можна було там за 2-3 тижні розстрочка платежу, відтермінування платежу, як українською мовою сказати, зараз, як правило, постачальники хочуть, щоб їм оплатили, а потім вони відправляють товар. Мені така схема подобається, тому що я вам вже казав, дуже не люблю борги. І це поступово ми на це перейдемо, щоб одразу заплатили, отримав продукцію, добре. А якщо там, я знаю, актуальні питання зараз в б'юті-індустрії, обговорювалися щодо того, що постачальники завишають, ну, повишають ціну. Чесно кажучи, от я особисто не займаюся закупівлями, є у мене спеціально підготовлені для цього люди. Я не знаю, чи вони зараз сильно повисили, чи усі вони підвищили ціну, чи не усі, але безумовно ми очікуємо на те, що усі підвищують ціни. І на цей цілий ряд причин не будемо їх обговорювати, ми усі розуміємо, в який час ми живемо, тому до цього треба бути готовим. А от щодо нашого салону, то ми ціни не підіймали, ми їх останній раз підіймали у жовтні місяці, і ось до цього періоду ми їх не підіймали зовсім. І поки що тримаємося так, а далі будемо бачити. Ще майстер Лелі цікавиться, а вартість косметики використана майстром в роботі, чи піднімається від суми до нарахування зарплати? Так, якщо... Стоїмость, коротше, із
оборудование. Да, если мы говорим про парикмахерское направление, то мастер получает зарплату от суммы за услугу минус себестоимость косметики, оттуда высчитается процент. Если мы говорим про окрашивание и про дорогостоящие уходовые процедуры, такие там как лейбл абсолютно счастье, к примеру, или уход за волосами, кожей головы, арайзинг. Вот, если мы говорим про косметологию, то нет. Если мы говорим про ногтевое направление, то отнимается только стоимость за моделирование ногтей, а вот стоимость гель-лаков раньше отнималась, но мы с прошлого года это отменили. Угу. Прекрасный, корректный ответ. Друзья мои, давайте переходить к потребностям клиента, а то мы очень, как мастера, забросали вопросами нас, забросали в буквальном смысле слова. Какие вы замечаете... Это приятно. Вот. Значит, нас слушают. И мы... Понимаете, я так подозреваю, что у вас будет шквал желающих устроиться на работу, поэтому ждите после эфира, Александр. Пойдет череда желающих устроиться в вашу сетку. Ждите, ждите шквала резюме. Изменились это ли... Это приятно. Мы всегда открыты. Клиентов, то есть какие услуги стали более востребованы, какие, наоборот, спрос и услуги пошел вниз. Что вы отмечаете вот по итогам этих двух рабочих месяцев? Какие услуги наиболее востребованы? Что, чего хотят клиенты? Да, ну, я вас не удивлю, если скажу, думаю, многие, кто сейчас работает, так скажут, что самые популярные услуги – стрижка мужская. Вообще, когда открылись, просто мужчины с удовольствием приходили, уже отросло все. Окрашивание волос у женщин – очень популярная услуга. Маникюр, покрытие, маникюр. Ну вот тут вот не всем покрытие. Почему? Потому что сразу, когда мы открылись, у многих ногти были в очень плохом состоянии. Вот, я, конечно, не мастер маникюра, не знаю, что они с ними делали, но то ли от стресса, то ли от не знаю чего, ну, плохие ногти были. И да, вы сами, скорее всего, бизнес-тренеры. Самостоятельно. Вы можете себе представить женщину, которая откололась и они уже и ацетоном, я не знаю, и белизной, чем они только не пытались снять эти паки, и ведь делается это специальным раствором, там нужно выдерживать время, определенную технологию, и, конечно, когда делают это самостоятельно, то сами губят себя. И я думаю, что этим вызвано нежелание многих впоследствии и повторять-то гель-лак, понимаете? Ибо никто не знает, что будет завтра. Поэтому, да, технических маникюров больше, а гель-лаков, судя по всему, меньше, да? Вот, и да, и поскольку я хорошо читал многие книги, в том числе ваши, про бьюти-индустрию и так далее, и учился, вот я понимаю, что мы всегда там должны стремиться увеличить средний чек, предложить дополнительные процедуры, в этом случае там покрытие, но мы не предлагали, потому что понимали, что это сейчас делать нельзя, надо долечить ногти, мы предлагали там какие-то специальные средства для лечения или просто походить пока так. Вот. Ну вот, вот такие моменты были. Но ногтевое направление очень популярное. Но это у всех, так я уверен, потому что ногти растут у всех, и на маникюр надо ходить там, ну, по крайней мере, там раз в 3 недели, а то и чаще. Я чаще хожу, мне чаще отрастает, не знаю, раз в 10 дней уже надо. Вот, на стрижку тоже там в среднем ходят раз в месяц. Это все понятно. Вот, а сейчас я вас буду удивлять, что в это время... В это время, кстати, мы еще нашли за это время нового бровиста, потому что мы когда открылись, у нас не было бровистов, сейчас уже наших вернулись, а у нас бровисты тоже, они чемпионы мира, они у нас очень крутые, мы ими очень гордимся, ну, поуезжали, нашли нового бровиста. Вот. Так вот, моделирование бровей, я был не уверен, что оно будет популярным, оно стало достаточно популярным, и мужчины, и женщины причем ходят, раз, немножко удивил. Ходят люди на массаж, чтобы вы понимали. А сам хожу сейчас, рекомендую всем, потому что мы должны жить дальше, мы должны о своем здоровье думать, и мы должны немножко находить момент, чтобы расслабиться, потому что в постоянном стрессе быть нельзя. Ходят на косметологию, и сейчас я вас вообще, наверное, удивлю, делают инъекционные процедуры. Где-то я читал, что на инъекционные процедуры сейчас не делают. Делают. И это не значит, что толпы стоят. Нет, но люди приходят, там каждую неделю есть там, какое-то количество клиентов, которые делают эти виды процедур. И вообще сейчас удивлю, это то, что в мае у нас появились первые запросы на макияж. Вот макияж вообще стоял, ну никто не хотел макияж. Вот. Появились запросы, да, было несколько человек всего, честно говоря, немного, но были. И в мае люди начали делать укладки. То есть
Укладка – это просто укладка. Это не стрижка, не окрашивание. Это человек пришел утром или вечером, пришел сделать укладку. Что говорит о том, что у людей появляется уверенность в завтрашнем дне. Люди живут сегодняшним днем. Они ходят, может быть, куда-то ходят уже, там, в какую-то там кафешку вечером. А может быть, просто для себя. Но это вообще очень приятные такие знаки, которые лично меня очень радуют. Потому что, ну, макияж и укладка, скажем так, услуги все-таки не первая необходимость. Вот, в отличие от стрижки и маникюра. А стрижка, маникюр — это как покушать, я вам скажу. Поэтому я уверен, это первоочередная необходимость-то у нас, для наших людей, украинцев, которые ухаживают за собой намного больше, чем европейцы. И в этом вообще наша сила и наш плюс огромный. Вот, поэтому я всегда верю, что бьюти-индустрия будет жить. И мне тут недавно вам рассказывал, что интервью давал, да, и меня спрашивают, как вы думаете, какой процент салонов закроется? И меня это во время карантина спрашивали, и сейчас. И вот меня хотят услышать, вот, что вот больше половины. Я говорю, я вам как бы, ну, не прогнозист такой, чтобы вам сказать, вот, что это. Ну, вы хотя бы скажите, больше или меньше. Я говорю, думаю, намного меньше половины закроется, многие выживут. Вопрос, когда они откроются? Но откроются. Даже если кто-то закроется, на его месте откроется другой. Я в нашу бьюти-индустрию верю, я уверен в ней, вот, что все будет хорошо. Поэтому даже не сомневаюсь. А какие новые возможности появились? Вот с вашей точки зрения, какие новые возможности, как у бизнеса, появились за эти военные три? Что скажете? Какие новые вы видите для себя перспективы? Куда дальше планируете развиваться? В какую сторону, в каком направлении? Ну, смотрите, значит, правильно вы говорите, что возможности, потому что любой кризис, а сейчас кризис, как вообще, мы вроде бы привыкли жить в кризисы, да, уже карантины пережили, что только не пережили, но такого не ожидали. Еще хуже все, еще сложнее и так далее. Но это все равно время трудностей, но и время возможностей. Вот конкретно, что у нас такого вот положительного произошло, ну, с точки зрения работы, да, в салонном бизнесе, вот на нашем примере. Безусловно, мы потеряли, как и любой мастер, вот я оперирую цифрами на своем опыте, да, я могу ошибаться, то есть это не значит, что это истина в последней инстанции, но с начала войны 70% клиентов потерял любой салон и любой мастер. Как потерял? То есть люди просто выехали. В основном. Да. Потом они начали там потихоньку возвращаться. Казалось бы, вот осталось 30% людей, и то кто-то из них потерял финансово, и не все могут ходить в том же объеме, как и раньше. Но хотя вот на нашей практике они все-таки ходят, может быть, не так часто, но ходят, они не отказываются. Ну, редкий случай, когда там говорят, мы вообще сейчас не можем. Понятно. Казалось бы, грустно все, да, вот все, плакать можно. Нет. Открывается много возможностей. Какие именно? За это время, особенно вот в апреле, когда еще очень мало салонов работало, сейчас уже все-таки больше, мы заметили, что к нам начали приходить люди, клиенты, которые у нас были последний раз 5, 6, 7 лет назад. Ну, база-то у нас есть, программа, да, CRM. И мы смотрим, был человек 7 лет назад, один раз был. Может, ему тогда что-то не понравилось, вот сейчас пришел, ну, некуда идти ему, может быть, было, да, он вспомнил про нас, мы там рассылки делали, обзвон и так далее, пришел, и для нас появился второй шанс убедить этого человека, что у нас классно, чтобы он пришел еще раз, да, то есть, который мы потеряли по каким-то причинам 7 лет назад, когда он к нам там не вернулся. Или постоянные клиенты раньше ходили, а потом... Да, то есть возврат старой клиентской базы, слушайте. Возврат старой клиентской базы, да, это первое. Второе, это было большое количество... Ну, было в апреле, сейчас в мае еще пока точные цифры не знаю, может быть, наверное, будет их немножко меньше. В апреле было их много новых клиентов, потому что многие закрыты, а люди есть, люди возвращаются, им надо куда-то идти, вот, они приходят. Безусловно, для нас это вызов, потому что они же раньше ходили в другие салоны к другим мастерам, и нам надо настолько хорошо их обслужить, чтобы создать им и качество услуг, и атмосферу, чтобы они к нам вернулись. Но это возможность, безусловно. Вот, поэтому вот это вам прелести работы вот в такие вот кризисные времена. То есть, по большому счету, ну, у нас количество новых клиентов в апреле было больше, там, чем
это самое, чем в январе-феврале. Вот, это же как бы показатель. Вот, да. Поэтому надо просто не бояться. И если любишь свое дело, веришь, хочешь этим заниматься, не хоть, ну, понятное дело, кто-то там хочет профессию поменять, любишь всем сердцем, и это вот твое, то надо не тянуть, открываться, работать, возвращаться в Украину к нам. Вот, как-то так. Друзья мои, замечательно. Я последний вопрос озвучу последнего слушателя. Извините, ради бога, я вижу, что вы за последние 15 минут набросали мне десяток вопросов. Извините, ради бога. И я, и Александр, мы занимаемся постоянно поиском специалистов для разных салонов красоты. Поэтому отправляйте в личку мне и Александру в директ свои резюме, свои телефоны, мы будем с вами в индивидуальном порядке отвечать на все ваши личные персональные вопросы. И сейчас толковый, хороший, ценный мастер обязательно найдет свое место. Вот я могу 90% вам дать со всей... Да, поэтому я, например, косметолог, сейчас начинаю искать, друзья мои, поэтому если у вас есть знакомые косметологи с хорошим эфиром, милости просим, с удовольствием, как говорится, пристроим в хороший... Если планировали повысить цены еще до войны, то поднимать ли цены сейчас? Ваш совет, ваша рекомендация. Планировали в январе-феврале, не успели. То как поступать сейчас? Потому что мы услышали, что вы пока цены держите. Мы держим, потому что мы их подняли в октябре, да, то есть мы бы все равно бы в феврале бы еще не поднимали. Отвечу вам следующим образом на этот вопрос. Вам надо взять свои такие вот процедуры, если это парикмахерское направление, там, окрашивание, уходовые процедуры, и просчитать их себестоимость на данный момент. Если у вас себестоимость получится выше 30%, это уже граничный предел, просто граничный от стоимости услуги, вам надо поднимать цены обязательно. Потому что иначе получится, что вы работаете себе в минус. Вы будете работать, у вас даже могут быть обороты, клиенты, и все, а вы работаете, ну, в ноль, в минус. Это нехорошо. Если вы просчитаете себестоимость на окрашивание и поймете, что у вас там на данный момент она составляет 15, может быть, 20%, то вы можете их еще не поднимать. Понятное дело, что клиенты будут реагировать сейчас, вероятно, плохо на то, что поднимается. Но не так плохо, как месяц назад, если бы это делать, потому что сейчас начали подниматься цены на все. И это неизбежно, и, в принципе, люди поймут. Но вот мы решили, вот понятное дело, что мы когда тоже будем просчитывать, если мы поймем, что оно нам не рентабельно, тогда мы будем поднимать, ну, не так, что на все, а точечно, да, там, если там, условно, на стрижку можно там и оставить, то если окрашивание себестоимость зашкаливает, ее надо поднимать. Ну, то же самое касается и любых других направлений косметологии, и там, ногтевой эстетики и так далее и тому подобное. Друзья, потому что всегда важно вести просчеты. Вот, и Павел может это лучше, чем я думаю, рассказать. Научить. Абсолютно правильная рекомендация. Всячески к ней присоединяюсь. Друзья мои, действительно, считайте свою экономику. Считайте свою рентабельность, считайте свою себестоимость. В динамике следите, как она меняется. И после этого на соответствующий коэффициент меняйте. Я хотел поблагодарить Александра. И вы знаете, я снимаю шляпу. Перед вами, потому что действительно в это сложное, сумасшедшее время открыться, поддерживать своих сотрудников и клиентов, создавая атмосферу вот этого благополучия, оазиса красоты и уверенности в завтрашнем дне, это дорогого стоит. Мы, по сути-то, свои вместе с нашими мастерами являемся где-то как-то терапевтами в хорошем слове, где-то терапевтами. Мы фактически создаем предпосылки для того, чтобы выйти из создавшихся очень непростых обстоятельств, и свой кирпичик, фундамент победы, однозначно мы фундамент нашей победы. Поэтому победы нашей армии, мы все уверены в неизбежности оной, каждый работает на своем турском, кто-то на бьюти-фронте, поэтому всем удачи, здоровья и пожелания от вас, Александр, всем. Спасибо большое, Павел, за эфир. Очень было приятно, и надеюсь, что мы были немножко полезны людям.
Я думаю, что если... Не успевал я, конечно, читать все вопросы, вот, но я думаю, что если были вопросы и комментарии, значит, мы немножко были полезны, а это уже классно и уже добавляет и оптимизма, и хорошего настроения, и веры в будущее. Вот. Я желаю всегда верить в нашу страну, и в нашу победу, и в нашу бьюти-индустрию, и в наших людей. Сейчас действительно время новых возможностей, как для каждого из нас, так и для нашей страны в целом. Вот. И, конечно, хочу передать привет моим сотрудникам, которые меня смотрят, если вдруг такие есть сейчас за границей, что очень вас жду назад. И, конечно, хочу очень, чтобы все...